утренняя гимнастика – это отличный способ правильно начать свой день. Простые упражнения подходят для любого возраста, помогают телу оставаться в тонусе, сохранить молодость и улучшить здоровье. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха прошло занятие вместе с тренером по единоборству. Участие в нем приняли и одинцовские активисты «Единой России» вместе с молодой гвардией и участниками клуба «Активное долголетие». Вообще зарядку человек должен проводить ежедневно. Соответственно, если это будет в таком массовом, в таком сплоченном, даже не то что сплоченном, скажем так, разные люди будут приходить на зарядки и будут проводить какие-то именитые спортсмены или просто спортсмены, физкультурники, я думаю, это только плюс, минус не будет точно. На летней сцене спортсмены спортивной школы Олимпийского резерва по единоборствам продемонстрировали элементы разминки борцов, приемы в стойке и элементы прикладного самбо. Тренировка была уникальная, потому что это проект «Здоровая одинцовская семья», проект в рамках нашей спортивной семьи, проект «Самбо» в Одинцово, будет несколько дней подряд. И мы рады, что мы сегодня познакомились с замечательным человеком и сделали утреннюю зарядку с чемпионом по самбо Дмитрием. Проект «Самбо в парках» организован совместно с Федерацией самбо Московской области и партией «Единая Россия». Он пропагандирует здоровый образ жизни и систематические занятия спортом. В завершении мероприятия юные самбисты выполнили несколько акробатических трюков. Раиса Киян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».